сегодня с вами ожидает. Однозначно мы сегодня разберем с вами программу «Поделись, Фаберлик». Я сделаю все, что зависит от меня, чтобы понимание этой программы было на все 100%. Чтобы вы понимали технологию, технически, куда мы заходим, что мы нажимаем, что нужно для того, чтобы получить все свои денежные вознаграждения. Не упустить ни одного потенциального нашего покупателя. Я поделюсь фишками успешного участия в этой акции, сценариями и сообщений, и разговоров, и те моменты, которые можно через соцсети тоже продвигать, увеличивая свой товарооборот. Мы поговорим о календаре акций в периоде 18. Посмотрим, какие инструменты управления активностью у нас есть, да, о чем говорить важно, какие мостики у нас активности есть. Это тоже важные моменты. Ну и, конечно же, составим календарь активности по акции «Поделись, Фаберлик». Пошагово, что нужно делать, как нужно делать для того, чтобы быть результативным в этой акции. Акция на самом деле очень уникальная. Акция действительно рассчитана на привлечение новых покупателей и для наших абсолютно всех покупателей. Канун Нового года, время делать подарки, и это отличная возможность пригласить абсолютно всех сделать подарки в нашем уютном, комфортном и, самое важное, выгодном магазине Фаберлик. И для этого наша компания разработала для нас акцию, которая называется «Поделись, Фаберлик». Она говорит, вот знаете, сама о себе. Никогда не было так легко и просто приглашать людей в компанию и получать за это очень хорошие денежные подарки. Напишите, пожалуйста, в чате, какой денежный приз, подарок нас ожидает за привлечение хотя бы одного покупателя. Супер, 300 рублей. Ну, действительно, это очень хорошее вознаграждение, это очень хороший приз. И вот сейчас мы, да, где-то гривна, где-то тенге будет, где-то будут рубли. Правильно, действительно. Отличный приз. Давайте теперь разберем эту акцию. Период действия – это будет 18-й, 19-й, первый период. 18-й период у нас двухнедельный, вы об этом знаете. Последующие периоды – трехнедельные. Кто будет являться участниками? Это все покупатели, которые зарегистрировались у нас на сайте, либо через мобильное приложение, используя ссылку «Поделись, Фаберлик». Именно эта ссылка будет работать. Если мы используем реферальную ссылку, то она не дает нам вот этого денежного приза в 300 рублей. Я вижу, что звук у многих он есть. Те, кто пишет в чате, я понимаю, что звука нет. Но давайте договоримся так, что я все-таки иду по сценарию, по нашей схеме. И если локальная проблема есть у кого-то, с телефона, с планшета, возможно, интернет не самый хороший, просто очень с уважением отношусь к времени, которое у нас сегодня есть, к тем слушателям, у которых нет проблем. Насчет записи, я сейчас вот не готова ответить на этот вопрос. Мы посмотрим, если очень большое количество в чате будет тех, у кого нет звука, я думаю, что у нас будет. Я поставила на запись. Вот, уважаемые коллеги, среди вас есть хотя бы один человек, который поставил на запись. Но сейчас я хочу сказать вот о чем. Мы сейчас не будем обмениваться нашими электронными адресами. Я попрошу вот этого участника, да, кто делает запись, пока не вот этот флешмоб не устраивать. Давайте договоримся, чтобы вы не отвлекались от основной цели сегодняшнего вебинара. После вебинара вы обменяетесь, вы напишите свою электронку и все остальные, для кого это будет необходимо, во вкладку «Вопросы», они вам отправят запрос. Договорились? Давайте вот такое, такая у нас договоренность будет. Окей? Принимается? Напишите, пожалуйста, в чате. Окей, супер. На одной модной волне мы с вами. Давайте тогда посмотрим, как мы работаем с этой акцией.
Я знаю, что сегодня у нас есть небольшая проблема по сайту. То есть абсолютно это всем известно. Давайте работать, конечно. Поэтому сегодня кто-то смог воспользоваться ссылкой, кто-то ее мог посмотреть, кто-то мог загрузить. Это технические моменты, которые будут решены буквально в течение сегодняшнего-завтрашнего дня до обеда. Я надеюсь, что мы с уважением к этому отнесемся, потому что акция действительно такая глобальная, и она требует определенных технических сейчас установок. Вот посмотрите, что у нас есть на экране. Я сегодня постаралась протестить эту акцию. Это скриншот, который я смогла сделать. Вы заходите в свою... в свой личный кабинет, переходите в раздел «Моя структура». Это четвертая вкладка, малиновая, когда у нас со значками она есть. «Моя структура». Перешли, прокрутили страничку немного вниз. И у вас, помните, всегда есть первая ссылка. Это для регистрации нового консультанта, ссылка для заказа покупателя. И теперь с сегодняшнего дня у вас появилась ссылка «Поделись Фаберлик». Вы кликаете на нее, вот здесь обозначено у нас желтой стрелочкой. После того, как вы нажимаете, у вас появляется ссылка, ваша уникальная ссылка «Поделись Фаберлик». И вам система предлагает сразу же разместить пост. Это баннер плюс ваше сообщение, которое вы хотите донести аудитории на различных, абсолютно в различных соцсетях. Это Facebook, это ВКонтакте, это у нас Одноклассники, это у нас Twitter. Вот четыре соцсети, где вы можете разместить эту ссылку. Что дальше происходит? Вот я перешла по этой ссылке, я захотела ее разместить не по ссылке, я нажала значок ВКонтакте. После этого ссылка, вот я говорю еще, ссылка сегодня может не работать. Есть сегодня технические моменты, которые дорабатываются. После этого я хочу на своей стене рассказать об этом событии абсолютно всем своим друзьям. Для этого вы нажимаете вот такой кружочек, и выбираете «Друзья и подписчики». Вы можете выбрать еще добавить подписчики сообщества, если у вас есть ваша уже группа, рабочая группа, где вы хотели бы об этом рассказать. Ваш комментарий. Вот здесь мы вписываем небольшой пост. Хэштеги можно сюда не зашивать. Просто информация. Я написала следующее. Дорогие друзья, самое волшебное время пришло. Время покупать подарки. Приглашаю вас в уютный магазин скидок и подарков от Фаберлик. Просто пройдите по ссылке и забронируйте свой подарок. Эксклюзив от Юдашкина, косметичка и матовая помада. Самый модный и только для вас. Вот такая вот, это мое сообщение. Конечно же, у вас будет что-то другое, можно додрайвить это. Этот вариант я положила в вашу рабочую тетрадь. Поэтому сейчас можно не делать фотографию данного слайда. Можно написать совсем о другом. Можно написать об амонде, о парном аромате, что время открывать для себя дуэт в мире парфюмерии, наш новый аромат. Здесь на ваше усмотрение и только вы пишете. И вот когда я нажимаю «Разместить на своей страничке», то появляется баннер. Вот, к сожалению, следующий шаг, да, система дала сбой, и я не смогла сделать скриншоты. Вот такой вот, смотрите, баннер. Он должен будет завтра уже появиться. Будем тестить, будем смотреть. И наши отделы, они очень быстро на это реагируют и дорабатывают все эти моменты. Вот, поэтому наберемся немного терпения и подождем завтрашнего утра. Вот такой баннер, он будет, этот баннер уникальный для каждого периода. Если у нас в 18 периоде это помада и косметичка, причем хочу заметить, уважаемые коллеги, косметичка это эксклюзив. Ее невозможно будет заказать в каталоге, ее можно только получить в подарок. Но это такая косметичка клатч, она действительно очень хороша, она подходит под коллекцию от Юдашкина, в таком же стиле выполнена. Ну а матовая помада, это ведь просто тренд, это то, что
Не то, что у женщины должно быть на губах в этом сезоне, и наша палитра оттенков, она просто восхищает. Поэтому вот такой баннер на 18-й период будет доступен, и мы там дописываем свое обращение к тем людям, к той аудитории, которая будет читать. Очень красиво, очень эстетично, поэтому завтра, я думаю, что у нас у всех будут красивые тексты. Как пригласить друзей, используя мобильное приложение? Давайте посмотрим. Личный кабинет, вот она наша страничка. И в мобильном приложении тоже уже появилась, я проверила. Ну вот, поделись, Фаберлик. Мы переходим, то есть вы заходите в мобильное приложение, и у вас будет меню. Один из пунктов меню в мобильном, напишите, пожалуйста, в чате, у кого есть мобильное приложение, кто им активно пользуется и кто его любит, поставьте плюс. У кого пока нет мобильного приложения, поставьте, пожалуйста, минус. Я сегодня соберу вот информацию, ставьте смело, у кого нет минус. Вот это будет для меня сигналом того, что у меня есть такая задумка подготовить вебинар по мобильному приложению, потому что у него очень хорошие, крутые возможности у мобильного приложения. Вот, и завтра, проанализировав, насколько это актуальная тема, я думаю, вы мне тоже в чате напишите, нужен такой вебинар по мобильному приложению нам. Да, плюс, если у вас установлено мобильное, и минус, если не установлено. Хорошая идея про мобильное нужен, вижу. Я всегда, вот если есть возможность, стараюсь с вами посоветоваться, чтобы вы мне дали обратную связь. Будем делать, не будем делать, и под ваш вопрос, обязательно запрос это сделаем. Хорошо, вот смотрите, я там расскажу, какие у него функции есть, какие возможности, почему нужно обязательно пользоваться. Это очень все быстро, такие классные вещи можно делать через мобильное приложение. Вот, смотрите. Как рассказать через мобильное приложение? Акции «Поделись, Фаберлик». Вы зашли в свое мобильное приложение, зашли в раздел «Личный кабинет», и у вас появляются вот такие данные. И вот сейчас уже добавлено вот такой подарочек и «Поделись, Фаберлик». Нажимаем именно вот на вот эту вкладочку, она после ваших данных идет, и выплывает следующее окошко. Вот «Поделиться». Мы нажимаем на эту верхнюю клавишу. И смотрите, что у нас происходит. Мы вот эту ссылку можем отправить, поделись, Фаберлик, абсолютно во всех мессенджерах. Представляете, как это удобно, как это укорачивает вот этот весь путь, скопировать, куда-то вставить. То есть, пожалуйста, выбрали WhatsApp, выбрали почту, отправили ссылку. Вот ВКонтакте у вас тоже здесь все есть. И эта ссылка уходит. Да, это классно. Это и Viber, это и WhatsApp, это абсолютно любые программы, которые у вас установлены, мессенджеры. Так, смотрите, когда человек заинтересованный переходит по вашей ссылке, которую вы отправили, неважно, отправили вы ее через мобильное приложение или отправили вы ее через сайт, два варианта у нас есть, вы уже поняли. У нас есть возможность через сайт выбрать «Поделись, Фаберлик», и есть возможность отправить нашу ссылку «Поделись, Фаберлик» через мобильное приложение. Вот, смотрите, пожалуйста, наш новичок, наш новый покупатель, он попадает на вот такую посадочную страницу нашей акции «Поделись, Фаберлик». То есть это, я думаю, вы помните, у нас был «Фаберлик 3D», у нас была акция «Флешмоб», и у нас были отдельные небольшие сайты, одностраничники, посвященные именно этой акции. И вот здесь таким же образом наш новичок, он попадает вот на такой сайт. Что мы здесь видим? Посмотрите внимательно. Если у вас где-то что-то не грузится, вот давайте сейчас полностью уйдем в разбор технологии этой акции. Это очень важно. Все это понять и ничего не упустить. Посмотрите, вот этот одностраничный сайт, есть здесь у нас промокод. Этот промокод, он будет уникальный для каждого наставника, то есть для каждого человека, который приглашает. То есть это может быть и наш покупатель, который приходит к нам, делает свои заказы. Но вот именно эта акция, мы будем покупателей на нее заряжать и вдохновлять принять участие в этой акции. Так вот, вот этот наш человек, он новичок, новый покупатель, он проходит, здесь есть промокод.
и нажимает у нас «Зарегистрироваться». Посмотрите, если он нажимает «Зарегистрироваться», то есть это доступ на обычный сайт. Если наш новый покупатель хочет зарегистрироваться через мобильное приложение, всегда иметь под рукой каталог Faberlic актуальный, всегда иметь возможность посмотреть не только каталоги, но и по сериям разбивку. Это очень удобно. Компоновка в мобильном приложении более простая, интерфейс более такой, знаете, более умный интерфейс у нашего мобильного приложения. Все очень подробно и все видно, все сразу, все по пунктикам. Хотите по сериям смотрите, да, по коллекциям, хотите смотрите в каталогах. Вот, очень удобно. Если наш новый покупатель регистрируется через сайт, то посмотрите, что у нас происходит. У него появляется вот такая страничка. Она уже очень привычная, эта страничка. Мы ее знаем, она, ну, примерно так же и выглядит, как всегда. Он вносит свои данные и проходит регистрацию. То есть он единственный момент, очень важный, что он должен пройти по ссылке «Поделись Faberlic». Вот он попадает на вот этот одностраничный наш сайт, посвященный этой акции, и дальше он отправляет свою регистрацию. И именно при этом условии вы получаете денежный приз за этого новичка. А как же регистрируется новый покупатель через мобильное приложение? Google Play, App Store, то есть в зависимости от телефона, ему первый шаг – нужно скачать мобильное приложение. Вот оно, официальное мобильное приложение в таком вот узнаваемом, скажем так, бренде. Что он делает дальше? Смотрите, он скачал приложение, и ему нужно нажать клавишу «Далее». Далее он будет регистрироваться. Посмотрите, он первая картиночка нашего интерфейса телефона. Верхний левый угол, здесь у нас есть меню. То есть наш новый покупатель заходит в меню и выбирает регистрацию, вторую вкладку. Вторую вкладку мы выбрали. И смотрите, вот тот промокод, который на посадочной странице был, здесь его либо нужно выписать, либо скопировать и вставить сюда, именно в эту строку. И если наш консультант, наш новичок, новый покупатель не указывает промокод, то он проходит по, скажем так, по распределению. Система не определит, что это именно ваш, именно вы рекомендовали. Вот этот промокод – это привязка именно этого новичка к вашей структуре, что он будет регистрироваться именно под вас. Угу. Здесь понимание есть, напишите, пожалуйста. Я вижу, что у нас очень много информации по поводу не самой лучшей связи. Но для меня сейчас важно понимать, вот тот больше процент, у которого со связью все в порядке, есть ли понимание? Понятно. Не очень удобно, но смотрите, уважаемые участники, наш отдел, который занимался разработкой и поддержкой этой программы, по-другому вот, ну, никак нельзя придумать это, никак нельзя сделать. Промокод – это идентификатор. То есть если я скачала приложение, я его просто скачала, сразу я прохожу регистрацию, и система не понимает, от кого я пришел. И чтобы ссылка была на этого человека, который мне отправил приглашение, который меня пригласил делать покупки в Faberlic, нужно что-то ввести. И вот мы вводим промокод. Да, это промокод-идентификатор, все правильно. Вот здесь вот. И этот код, посмотрите, еще какой момент хочу сказать. Он на каждого, вот на каждого из вас будет свой, единый, уникальный. То есть, допустим, вот у нас Вера Тимошенко, вот последнего участника, который написал, Вера Тимошенко, у нее, допустим, промокод ABC248. И вот этот промокод, он будет абсолютно для всех тех, кого она будет регистрировать, кого она будет приглашать. Вот, он единый именно для тех, где его взять. Вот как раз-таки на сайте. Но есть немножко сложности. Вам намного легче будет завтра, когда вы зайдете в эту программу и протестите ее. Новичкам на самом деле не будет очень сложно, если вы отправляете им ссылку со своей акции «Делись Faberlic», и он
регистрируется через компьютер, все, ему никакие коды не нужно вводить. Ему код автоматически подтягивается, и за счет этого кода вам идет начисление 300 рублей. Согласитесь, что за то, что мы рассказали, за то, что мы провели своего нового покупателя до правильной регистрации, получить 300 рублей за эти действия, это очень хорошая мотивация. Угу. Вижу, есть среди вас те, кто пишет классно, а те, кто, конечно, это лишнее. Мы должны видеть здесь перспективу и плюсы, возможности, да, возможность пообщаться с человеком, навести вот этот вот, скажем, мостик общения, мостик доверия. Показать, что в нашей компании наставник, он помогает, он во благо, он для помощи, он для того, чтобы показать, объяснить, разъяснить что-то. То есть это очень правильный заход со стороны компании. А давайте посмотрим завершение регистрации. Вот эта регистрация сейчас на слайде, это регистрация через мобильное приложение. То есть все так же, я думаю, кто работал с мобильным приложением во время флешмобов летних, когда у нас мы его так с вами раскачивали, те знают, то здесь буквально номер телефона, email, фамилия, имя, все точно так же, как на сайте. Человек проходит, вбивает эти данные и проходит регистрацию именно в вашу структуру благодаря введенному промокоду, который он увидит на посадочной странице. Что дальше становится возможно? Смотрите, только через мобильное приложение вам будет удобно и понятно, кто из ваших контактов в телефонной книге уже в Faberlic, и вы этих людей просто не трогаете, не досаждаете им рассылкой, потому что вы видите, что этот человек, да, ага, вот у нас, допустим, Владимир Григорьев, он уже в Faberlic, но он не у меня в структуре. И для вас это, знаете, очень хороший звоночек, чтобы через неделю, через две в вашей книжке не появилось новых отметочек у ваших знакомых, а человек это не ваш. То есть здесь это как раз-таки возможность сделать рассылку. Делитесь этой ссылкой персональной. Как сделать? Вот для того, чтобы у вас произошла синхронизация, вам нужно обязательно подтянуть контакты к мобильному приложению. То есть нажать на клавишу «Контакты». Там у вас запросит система «Синхронизировать», вы соглашаетесь, галочку поставите, и у вас произойдет эта синхронизация. И вся ваша книжка телефонная контактов будет уже раскрашена нашими специальными значками. И будет поставлено, что да, этот человек, он уже почувствовал всю выгоду, он уже с нами, коллега, он Faberlic. Это супер, да, да. И здесь вы уже выбираете способ, зная, что данного человека еще нет в Faberlic, вы ему можете отправить, смотрите, как дальше поступить. Вы проходите вот в свои контакты, допустим, вот у нас Вова Ливнев, он еще не в Faberlic. Я кликаю в его контакт, вот просто нажимаю на Вову, и у меня получается его карточка. Если у человека есть WhatsApp, если у человека есть Viber, вот сразу ВКонтакте это все видно. Но если у вас, скажем так, телефон не кнопочный, а телефон с возможностью интернета, то там подтягивается информация по WhatsApp и по Viber. И вы уже можете нажать «Отправить сообщение в WhatsApp» и этому человеку отправить сообщение. А через компьютер она, конечно же, Ангелина, работает. Если кнопочный, Светлан, значит, работаем через компьютер и получаем свои денежные вознаграждения. У вас просто синхронизация не произойдет. И если у вас нет, если есть интернет, если есть возможность установить мобильное приложение, то однозначно у вас это все возможно. Очень удобно будет эту акцию контролировать и управлять этой акцией. У вас будут предоставлены специальные отчеты. Давайте посмотрим, где они у нас будут находиться. Я знаю, что многие из вас работают со вкладкой «Отчеты». Вот перейдя в эту четвертую, пятую вкладку «Отчеты», мы с вами будем скачивать именно те отчеты, которые нам помогут управлять этой акцией. Посмотрите, отчет по стартовой программе по своим лично набранным консультантам, он будет доступен. И вот две последние графы, они будут обозначены как раз-таки информацией по акции.
Пришел по акции «Поделись, Фаберлик». Это предпоследняя графа. И начислено вознаграждение по программе «Поделись, Фаберлик». То есть человек пришел, разместил, оплатил свой заказ за первый шаг, и тогда вам упали деньги. Есть еще второй отчет, когда вы можете смотреть, как работает ваша структура личной группы, естественно, личной группы. Обязательно здесь укажите период, тот период, за который нужно скачать этот отчет. Период номер 17, предыдущий период, и у вас появляется отчет по вашей личной структуре. И здесь тоже такие же две вкладочки, которые будут доступны, и вы не две вкладки, а два столбика в отчете добавились. Это у нас кто пришел по акции «Поделись, Фаберлик» и начислено денежное вознаграждение, денежный приз по этой акции. То есть у нас ведь может быть так, что человек в этом периоде зашел, даже разместил заказ, но не оплатил его. По факту оплаты им заказа начисляются нам денежный приз. Хорошо, как получить вам этот денежный подарок? Денежный подарок 300 рублей за каждого нового покупателя начисляется вам на счет промо-скидки. Как это было в сезон рекордов, точно так же. На первой неделе до среды включительно будут начисляться вот эти денежные подарки. Что важно, вот в этой акции я хочу обратить ваше внимание на это. Эта акция уникальна тем, что, да, новый покупатель должен выполнить первый шаг стартовой программы. Для 18 периода этот шаг составляет 1499 рублей. А вот на 19 период, это, знаете, такой вау-сюрприз, у нас будет две возможности. Возможность зайти с шагом 1299 рублей и получить средства для дома, или же зайти с шагом в 1499 рублей и получить тот же приз, что в 18 периоде. Это косметичка от Юдашкина и матовая помада. Почему компания пошла на такой шаг? Почему дают право выбора в 19 периоде? Ну, во-первых, Новый год – время чудес. И у нас с вами будет супер поддержка по телевидению, трехнедельная поддержка. Поэтому смотрите, компания наша, она очень грамотно выстраивает маркетинг, очень правильно выстраивает все вот акции в поддержку. И понимая, что те люди, которые у нас на третьей неделе рекламной будут смотреть наш промо-ролик, и где-то по технике семи касаний человеку кому-то кто-то первый раз увидел и побежал регистрироваться, позвонить своей там подруге, которая 105 раз предлагала прийти в Фаберлик, а кто-то раз посмотрит, второй посмотрит и ближе к середине декабря решит: а мне же действительно нужно делать подарки, а почему бы и нет? Тем более вот Фаберлик дарит какой эксклюзив. То есть у нас будет возможность предложить людям вот эти два варианта. За 1299 и за 1499. Супер, Наталья Агафонова, спасибо за ваш вопрос. А у приглашающего сколько должно быть баллов? У приглашающего может не быть баллов. Представляете, какая акция? Вот здесь в ней есть вся наша уникальность. Да, у нас есть возможность. Так, я видела запрос. Так, что-то. У нашего, почему мы так делаем? Потому что даже в акциях по флешмобу, в акции по «Поделись», в акции «Сезон рекордов» у нас было условие 25 баллов. Помните, и далеко не все у нас вытягивали, ну, вот это условие, и сразу от этого условия у нас отсеивалась часть консультантов-участников. Было такое, напишите в чате, что когда мы звонили, мотивировали, давай на Флоранж, давай на сезон рекордов, люди говорили: а, ну что нужно сделать, в принципе классно, я бы хотела получить дополнительные деньги и оплатить, допустим, не 1000, а 500 рублей. И мы начинали рассказывать, что нужно делать. 25 баллов человек рассчитывал и понимал, что это где-то там это 4 тысячи, 5 тысяч рублей. И люди здесь понимали, что ну нет, нет, это не для меня.
Так вот, сейчас у нас есть возможность, и эта акция как раз-таки у нас приурочена для того, чтобы мы позвали попробовать рекрутировать наших покупателей. Даже те, которые делают заказы на 1000, на 1500, я уверена, что абсолютно у каждой такой нашей покупательницы, у привилегированного покупателя есть те подруги, которые с удовольствием придут в наш магазин сделать новогодние подарки. Вот вы со мной согласны здесь? И если нет вот этого условия 25 баллов, а мы говорим человеку, да тебе достаточно на 1000 рублей сделать заказ. А вообще, если ты нет у тебя сегодня вот в этом каталоге необходимости делать, ты не переживай. У тебя деньги начислятся в 19-м периоде, и как раз под Новый год ты сможешь прийти в наш магазин, в интернет-магазин, и обналичить тот денежный подарок, который тебе начислила компания. Вот. То есть вот именно через этот момент, да, отличная идея, я вижу. Ну, пока ссылки нет. Дорогие коллеги, уже об этом говорила, не буду повторять. Ждем завтрашнего дня, хорошо? Вот, а сейчас самое важное, вот постарайтесь полностью уйти в этот процесс, то, о чем я сейчас говорю. В принципе, на сегодня по вот акции, по технике, по технологии этой акции, я вам все озвучу. Новичок 300 рублей не получает, получает только наставник. Для новичка у нас есть приз и у нас есть скидка от 20% на весь ассортимент каталога. И не только каталога. А получает человек, который пригласил, который поделился ссылкой. И здесь вы новичку, а вот вы говорите, а новичок не получает. Конечно, получает. Новичок делает свой первый заказ, и у него появляется возможность точно так же получать свои 300 рублей, используя ссылку «Поделись Faberlic». Согласны, что это намного круче и намного лучше, чем один раз 300. Здесь 3-5 подружкам рассказала, закинула им ссылку с таким красивым баннером, и 2-3 однозначно задумаются о том, чтобы прийти и забрать свой подарок и получить скидку от Faberlic. Тем более в новогодний период вот эти вот наши праздники, это супер. Давайте посмотрим, что я для вас приготовила, как можно продрайвить в 18-м периоде, какой у нас есть повод, чтобы всем-всем нашим консультантам, покупателям нашей команды позвонить и рассказать об этой акции. На самом деле поводов можно придумать миллион. Это коллекция от Юдашкина. Можно замотивировать ее новыми ароматами. Можно замотивировать ее сказать, скажи, пожалуйста, ты уже придумала свой новогодний образ? В чем ты будешь блистать на новогоднем корпоративе? Она скажет, ой, ты знаешь, все так дорого, я вот даже пока не знаю. Большинство женщин пока еще об этом не думали, а когда начинают думать, даже те, кто думали, промониторив цены в магазине, они приходят в такой тихий ужас. Цены очень высокие. А у нас действительно есть потрясающее платье. Мы ее спрашиваем, ты уже посмотрела коллекцию от Юдашкина, эти эксклюзивные модели? Смотри, у тебя есть отличная возможность получить на это платье скидку 300 рублей, а может быть это скидка и в 900 рублей. И вообще ты можешь это платье получить в подарок. Компания тебе, Faberlic тебе полностью оплатит покупку этого платья. Хочешь узнать как? Давай я тебе расскажу элементарно, давай. Все, и вы договариваетесь, объясняете человеку. Я здесь даже, знаете, вам порекомендовала бы снять определенное видео. То есть, когда у нас сейчас заработает ссылка, берете телефон, как делаю я, берете, снимаете, куда вы проходите и отправляете своему заинтересованному покупателю-консультанту. Отлично. Но я вам сегодня расскажу о поводе «Любимый аромат». Вот самый беспроигрышный вариант, либо новинку Бомонт попробовать для себя и для своей второй половины, либо просто любой любимый аромат от Faberlic. Какой у тебя любимый аромат? И мы вот сейчас с вами посмотрим, как мы будем строить этот диалог. Сейчас мы поговорим о структуре телемаркетинга, то есть когда мы звоним человеку. Если мы до него не дозвонимся, то вы знаете, что могу сказать? Мы ему отправим сообщение.
Давайте. Первый этап нашего сценария звонка – это, как всегда, приветствие, и надо пробудить интерес, чтобы человек захотел нас дальше послушать. И я вам предлагаю вот такой небольшой шаблончик. Ира, добрый день, это Наталья, ваш консультант Faberlic. У меня для вас отличная новость, но об этом чуть позже. Скажите, пожалуйста, Ир, а какой аромат Faberlic вы хотели бы получить в подарок? Ира, допустим, говорит, Юдашкин Роуз обожаю. Отлично. Ирин, в канун Нового года у вас есть такая возможность. Мы сами с удовольствием делаем покупки. Как вы думаете, заказать подарки, не выходя из дома, в красивом новогоднем дизайне и получить за это скидки и подарки? Такая возможность понравится вашим знакомым? Я думаю, что Ира нам скажет, да, да, их может это заинтересовать. Согласитесь, это выгодно и интересно. А ваша выгода 300 рублей за то, что вы пригласите друзей к шопингу. Причем здесь можно добавить 300 рублей за человека. Если это будет два ваших знакомых, которые проникнутся этим шопингом, это будет уже 600 рублей. На слайд невозможно все заложить. Я думаю, здесь вы докрутите. Елена пишет, а если он скажет нет? Лен, все зависит от того, с каким настроем вы это будете говорить, как вы это будете делать. Договоренности и мотивирующие позитивное завершение диалога. Для этого вы просто размещаете ссылку приглашения на своей страничке. Можно также сделать рассылку через мессенджеры, через WhatsApp или через Viber. Я вам помогу, объясню, как это сделать. Ира, когда будет удобнее приглашать, начать ваших друзей к шопингу, завтра или сегодня? То есть выбор без выбора. Помните, мы эту технику используем? Здесь вы можете рассказывать вот предыдущий мой, скажем, пример по поводу платья на Новый год. Это будет актуально всегда. Вы можете рассказать об этом, можете об Амонде, о новом аромате рассказать, что супер аромат, потрясающий, в тренде. В тренде сезона зима 2017-2018 Faberlic, следуя последним тенденциям мира ароматов, создал уникальный парный аромат, где аромат женский и мужской, перемешиваясь, когда женщина с мужчиной рядом, он создает облако фантастического аромата. Ну, вот такие моменты вы здесь вот определите, что вам нравится, с какой стороны вы будете заходить, с какой стороны вы будете человека на эту акцию зажигать. Вот это очень важно. А вопросы, уважаемые коллеги, я прошу все вопросы во вкладку «Вопросы» мне сейчас адресовать, потому что я иду по сценарию, знаете, как локомотив, чтобы ничего не упустить. Сценарий. Сообщение. Если наш консультант, который в нашей структуре уже не отреагировал, не взял трубку телефона, я рекомендую отправить ему через WhatsApp или Viber или через контакт сообщение. Обязательно, когда мы отправляем сообщение, картинка, вот, вот она картиночка, вот он приз. Марина, добрый день. Время новогодних чудес наступает. Отправляйте ссылку приглашения своим друзьям и знакомым и получайте свой любимый аромат в подарок. Согласитесь, предложение супер. Когда могу позвонить и рассказать все подробности? Сегодня вечером или завтра после обеда? Нулевой новичок может строить структуру со своего дня регистрации? Разместил заказ и может строить. Нужно разместить заказ, ну и оплатить его. То есть его можно сегодня разместить, оплатить и сразу начинать строить. Есть замечательная техника. Сегодня я хочу этой техникой поделиться с вами. Техника, я люблю психологические такие техники, которые действительно помогают нам в работе, помогают мотивировать. Эта техника называется 3D, закручивание воронки. Или заряжаем на позитив человека, с которым мы общаемся. То есть мы задаем вопросы, на которые мы знаем, что человек в любом случае ответит «да». Это вопросы позитивные, это вопросы, которые показывают выгоду. Давайте посмотрим. То есть вы согласны, что получать подарки всегда приятно? Ну, конечно, человек ответит «да». А если это ваш любимый парфюм от Faberlic? Ну, это тоже приятно, да. Я уверена, что вам, как человеку,
человеку, который так хорошо понимает выгоды, будет полезно узнать об акции «Поделись Фаберлик». Правильно? То есть мы, видите, здесь ей дали комплимент, что вы человек, который хорошо понимает выгоды, и вам будет полезно узнать. Видите, какая связка пошла? Человек, конечно, говорит, да, вот правило трех «да», после этого, знаете, психологические барьеры снимаются, и, как показывает практика, человек легче соглашается на все, что вы ему предлагаете. Он уже на позитиве, вы его уже зарядили своей энергией позитива, положительных ответов, и дальше он уже как запрограммированный говорит, да, конечно, да, все, вы здесь на позитиве, пошли дальше. Завтра в 14:00 будет повтор данного вебинара. Да, конечно. Ну и, конечно же, уважаемые коллеги, самое время написать письмо Деду Морозу. Это корпоративные письма, это получение корпоративных клиентов. И сейчас, скажу вам честно, ну такой уже уходит предпоследний паровозик, чтобы успеть в него запрыгнуть. Сейчас я с вами поделюсь небольшими наработками, которые можно использовать в своей работе. Фото плюс стоимость подарка для рассылки в соцсетях по группам. Кому можно отправлять такие корпоративные предложения? Это существуют группы агентства недвижимости, творческие студии, магазины, салоны красоты. Любые группы, в которых есть сотрудники и которые будут делать подарки. А в нашем каталоге идеи подарков можно от 150 и даже более такие, скажем, эконом-варианты сделать. Давайте посмотрим. Я сейчас поделюсь с вами текстом и картинкой таких подарков. Вот этот коллаж из четырех наших наборов я сделала, используя приложение, мобильное наше приложение. Просто сделала четыре скриншота через программку коллаж, свела их и получилась такая наглядная картинка, где представлены продукты и где прописана цена каталожная, то есть это вот все, как у нас есть в каталоге. Смотрите, есть в этих группах админы. Этим админам можно закидывать такие предложения. Если стена открыта и на ней можно писать всем, то точно так же это можно размещать. Можно такие сообщения через Инстаграм, лидерам мнений, есть люди, у которых все что-то предлагают. То есть различные варианты. Я все-таки предпочтение отдаю целевым группам, где действительно люди будут поздравлять друг друга. Что можно написать? Дорогие друзья, в канун новогодних праздников Фаберлик предлагает вам идеи красивых и полезных подарков для коллег и близких. Актуальный праздничный дизайн, скидки и подарки. Идеи подарков от 170 рублей. Просто пройдите по ссылке и оставьте свою заявку. То есть здесь вы можете, знаете, обыграть. Вы можете просто предложить им сделать покупки через вас и получить хорошего корпоративного разового клиента. А можете пойти по-другому, что от этой цены мы вам предоставляем дисконт 20%, а еще и вот такой вот подарок, и прикрепить картинку актуальную с подарком для нового покупателя. Это больше замотивирует, еще если вы потом, вот не грузите здесь сразу всю информацию, потому что человек, ну, все равно ее не усвоит. Если у нее будет хороший заказ корпоративный, она ведь у нас еще и в Фаберлик-клубе поучаствует, и плюс у нас стартовая для нее есть, то есть это такие мостики активности, как мы можем этого человека и на 8 марта сказать, смотрите, конфеты и шампанское – это уже устаревший набор, есть набор более выгодный, более такой оригинальный, который всегда подойдет, всегда будет, кстати, зимний набор, набор по уходу за телом, гель для душа и пена для бритья нужны абсолютно каждому мужчине. Вот, то есть вот эти все моменты можно здесь раскрутиться, можно здесь заход сделать, что Фаберлик предлагает вам подготовить, предлагает свою помощь в подготовке новогодних подарков с доставкой, там прописать можно все что угодно. Мне важно, что да, этот текст будет в рабочей тетради, мне важно и картинка тоже будет. Важно для меня то, что вы сейчас эту идею услышали, а докрутить ее, это уже ваш авторский креатив. Уверена, что вы здесь сработаете на все 100. Единственное, не затягивайте с этим. Начало декабря, это уже все, люди уже распределяют бюджеты, куда пойдут, какие подарки у кого будут покупать.
Так, иду дальше. Сейчас мы с вами поговорим об акциях в поддержку 18 периода. Акции у нас есть и каталог замечательный, двухнедельный. Конечно, вот она наша, вечернее платье от коллекции Юдашкина. И они меня вдохновили вот на ту фишку, которой я с вами поделилась, что можно получить платье в подарок, свой корпоративный наряд. Пожалуйста, давай разошлем всем твоим друзьям. Я тебе помогу, расскажу. И человек, когда увидит успешные какие-то первые шаги, первые плоды своей какой-то небольшой работы, здесь на самом деле много времени не нужно, ее это вдохновит, и я уверена, что у вас появятся новые бизнес-партнеры. Брось вызов высшему обществу. Наш парный аромат Бамонт. Это просто потрясающе. Это ода любви, чувственности, мужественности в каждом флаконе. Потрясающая, потрясающая мелодия аромата. Идеи подарков на Новый год. И здесь безграничное количество. Я думаю, 18-й каталог. Уже многие эти идеи накидали. Можно делать коллажи. Можно делать всевозможные такие презентации. И дальше уже, конечно же, обращаться адресно. Когда у вас готовы идеи подарков, допустим, можно подготовить коллаж от 150 до 250 рублей. 4 идеи подарка. Потом пошли подороже, еще подороже. Обязательно включайте подарки и для мужчин, и для женщин в каждый ценовой сегмент. Это моя вам рекомендация, потому что, ну, вот о мужчинах не забываем, они тоже есть. Мостик активности новогодних каталогов. Это тоже важно понимать, что у нас с вами есть этот инструмент и как мы с ним работаем. Делая заказ по 18-му каталогу на 999 рублей на каждый, мы получаем купон на зимнюю скидку на любой продукт уже в первом каталоге. А любой продукт, вот здесь видите, у нас идут звездочки, там будет прописано, на какие продукты мы получаем. Угу. Наши замечательные аппараты Денос. Кстати, вот кардио мы тоже можем включить. Если у нас возрастной покупатель, тот человек, который к нам пришел, что-то для себя берет, но это уже, скажем, женщина в возрасте. И она, ну, может, это даже не в возрасте женщина. Не буду женщин роскошного возраста сейчас вот так вот говорить. Это может быть человек, который не пользуется косметикой, который вот для нее... Ее здоровье очень важно. Тогда мы ей можем точно так же предложить вот этот заход на «Поделись Фаберлик» через аппарат Денос. А вы хотели бы кардио получить за 1500? Вот сейчас на него скидка, супер предложение, 3999, а за 1500? Как вам такое предложение? Я думаю, что ваших вот этих вот консультантов покупательского типа, привилегированных покупателей, это очень хорошо замотивирует немножечко подвигаться, сделать рассылочку своим знакомым, где-то убедительно им об этом рассказать и получить свой любимый такой аппарат, который действительно необходим, с очень хорошей скидкой. Угу, отлично. Следующий момент, о чем хотела бы сказать, что, конечно же, наши замечательные аппараты Денос, каждый период у нас есть вебинары, которые проводит наш просто гуру в области медицины, это доцент кафедры, это Андрей Власов. Его вебинары – это просто песня, это настолько профессиональная работа, настолько такой деликатная подача наших приборов, что после этих вебинаров просто, ну, глаза горят, все понимаешь, хочется и себя порадовать, оздоровить и рассказать об этом абсолютно всем своим знакомым. Да, Денос – это потрясающий аппарат, это наша гордость. Угу. Хорошо. Ну и, конечно же, уникальная возможность задавать вопросы в разделе «Обратная связь». Я всегда говорю, если у вас есть вопрос, то задайте, вам там ответят квалифицированные специалисты на данные вопросы. Обязательно воспользуемся этой возможностью и
получим квалифицированную обратную связь. Расписание Академии Faberlic. Дорогие друзья, я сегодня уже начинала вебинар с того, что приглашала всех. Хочу успешное участие в стартовой программе, получить обучение именно для новичков из 5 вебинаров от Академии в подарок. Что для этого нужно сделать? Нужно оплатить это обучение, пройти все 5 вебинаров, и после этого вы получаете свои деньги обратно на счет. Компания возвращает эти деньги. Также 4-8 декабря у вас будет возможность пройти обучение для наставников. Стоимость курса 500 рублей. То есть это те консультанты, которые достигли 12% по маркетинг-плану. Для вас как раз это обучение будет в помощь. Что делать дальше? Как структурировать свою работу? На что приоритеты распределять? По поводу Марина Беларуси пока не могу вам дать ответ, могу дать вот компетентно по России. Ваш вопрос возьму в работу. Галя пишет, а почему возвращают деньги? Потому что компания вкладывает в обучение, в развитие, потому что новички, которые приходят и идут по стартовой, 200 рублей далеко не у всех есть возможность вложить. То есть это подарок, такой вот подарок на сегодняшний день от компании, и я думаю, что им стоит воспользоваться на все 100%. Как оплатить услугу? В заказ услуг зайти, у нас эта услуга находится под быстрым заказом, когда мы размещаем заказ, выбрать вебинар и оплатить. Важно, чтобы деньги на момент оплаты были у вас уже на счету. Так, ну и конечно, как всегда я говорю, можно очень замечательно провести время, сделать звонки, сделать рассылки, но при этом не получить результата, не довести все до логического завершения. И здесь важно посчитать статистику этой акции. Если мы говорим об акции «Поделись Faberlic», то 10 ссылок, 10 рассылок вам дадут в канун Нового года минимум 3-4 новичка. Но этот коэффициент в связи с праздниками, он всегда выше становится. Расчет времени на звонки. Я всегда закладываю 10 минут, потому что с кем-то это быстрее будет, с кем-то нужно будет больше, подробнее проговорить. Один заказ новичка – это 1499 рублей. В среднем это 12-13 баллов. Ну и давайте посмотрим. Мы сегодня с вами разбирали рассылку через соцсети, через мессенджеры. Если мы, допустим, вот берем контакт, то 100 сообщений, на это затрачиваются они адресные, с именем вначале мы пишем, то здесь мы можем получить 10-15 новых покупателей. Если мы размещаем на своей стене, это один момент. Это кто увидел, кого заинтересовало, кто почитал, тот прошел. Но я рекомендую сделать рассылки адресно. Через WhatsApp, через контакт, чтобы человек лично получил и лично это прочитал. Опять же, в баллах мы получаем такую же сумму. Давайте слайды буду возвращать, потом вы меня сориентируете. Номер слайда, который вам нужно вернуть. Что на нем было написано. Как всегда, выгоды очевидны. А тот клиент, которому мы отправили ссылку, он стал покупателем Faberlic, и у него начинает работать скидка, он получает дисконт от 20%. Он имеет возможность за каждый заказ, абсолютно за каждый, получать подарки. Консультант, тот, который у вас привилегированный покупатель, он получает приз на осуществление своего наряда, на осуществление покупки ДНС-аппарата с большей скидкой, а возможно тоже его можно заказать бесплатно, заказать полностью, оплатить объемной скидкой, которая начислена. Промо-скидкой. Конечно же, это общение с наставником. У вас будет замечательный повод рассказать ему об этой акции, о том, что у него есть уникальная возможность. Вот. И, конечно, мы ведь будем рассказывать не только о той акции, которая сейчас идет, «Поделись Faberlic». Мы расставим акценты по каталогу 18, по периоду 18. Ну а самые большие плюсы, конечно, у вас, как у наставников, у людей, которые продвигают эту акцию вглубь, вы растите структуру, у вас однозначно идет рост дохода, просто это клиент, привилегированный покупатель, пришли новые люди. И, конечно, новая кровь,
новые люди. Это всегда возможность выявить новых бизнес-партнеров. Так. Ваши комментарии тут идут, но их большое количество. Календарь активности на период, на 18-й период, я всегда стараюсь его для вас подготовить и предоставить. 27-й, сегодняшний понедельник, я его убрала, потому что он уже прошел, он завершен этот день, и мы начинаем работать с завтрашнего дня, со вторника, 28 ноября. Посмотрите отчет, чтобы его проанализировать, чтобы его посмотреть, кому звонить. Можете, как я рекомендовала, выделить отдельные колонки и делать там какие-то для себя рекомендации, какие-то комментарии записывать. Возможно, во время беседы со своими консультантами, своей команды, у вас, конечно же, появятся те комментарии, которые бы вы хотели сохранить. На вопросы обязательно отвечу. Вот вкладка ждет 191 вопрос. Сейчас мы будем заканчивать основное время. И, конечно же, перейдем к вкладке «Вопросы». Сейчас у кого остались вопросы, которые не были сегодня озвучены на вебинаре, пожалуйста, напишите во вкладку «Вопросы». Я скачаю эту вкладку, и после того, как я ее скачаю, уже вопросы, которые позже попадут, они могут остаться без ответа. Так. В среду, смотрите, мы звоним по рекомендациям, обзвон по рекомендациям, то есть календарь активности для успешного участия в акции. Ну и, дорогие мои коллеги, я очень рада, что сегодняшний наш с вами вебинар, вот так мы с вами уложили в час, это очень хорошее, скажем так, время. Сейчас давайте мы с вами сделаем следующее. Я скачиваю ссылку, там 201 вопрос. И мы с вами, я думаю, часа нам должно хватить для того, чтобы я ответила на все эти вопросы. И если мы на вопросы на эти нашли ответ, пока у нас шел вебинар, то я думаю, что я их просто зачитываю, но говорю так, на это мы уже ответили. Последний, предпоследний слайд можно вернуть. Сейчас давайте я пройду по вопросам. Сейчас я не вижу чат. Чат не вижу, потому что я выгрузила все ваши вопросы в Excel-файле. Так. Вопрос от Валентины. Доброго времени суток, уважаемые ведущие. У меня появился вопрос. Можно ли будет добавлять номера телефонов и почтовые ящики своих друзей с сайтов и просто своих знакомых в личном кабинете? Валентина, на сегодняшний день такой возможности нет. Появится ли она в будущем? У меня нет точного ответа на этот вопрос. То есть это технический вопрос. К сожалению, пока я его оставлю без ответа. Пройти регистрацию на вебинар нужно всегда авторизироваться. Алла задает вопрос. Доброго времени. Интересует, какое количество в день можно рассылать ссылку в WhatsApp и другие мессенджеры, обычные смс. Не будет ли расценено как спам? Если вы рассылаете адекватное, если вы раньше вот не бомбили, а на самом деле WhatsApp можно рассылать я всем контактам. У меня их порядка 700. Был опыт, когда я делала рассылку массовую абсолютно всем. Меня не заблокировали. Но здесь нет такого момента, что я вам даю гарантию. Это люди из моих контактов. Они видели, что это от меня сообщение. Они понимали, кто я такая. Вот. Поэтому здесь на усмотрение тех людей, с которыми вы общаетесь, кто есть у вас. То есть ограничений по WhatsApp на сегодняшний день нет по рассылке. Вот, от Аллы еще. Сколько должен делать приглашающий консультант? Я ответила, что условия личного заказа нет. Он может вообще не сделать заказ. Елена пишет, жаль, что те, кто зарегистрировался в 16-17, не получили. Ну да, жаль, но вот нужно вот отрабатывать. Те, кто на 16-17, у нас была возможность их по акции поделить в Faberlic, завести и получать за них именно в рамках этой акции денежный приз. Лариса пишет, а если я просто зарегистрирую новичка, не использую ссылки в этой программе? Нет, 300 рублей не будет зачислено. Да, человек будет ваш, но денежный приз вы за него, не подарок вы не получите. Если, от Ларисы еще один вопрос, если зарегистрировать новичка, выйдя с личного кабинета, подставляя номер наставника, по кого проводим регистрацию, считается ли такому по прямой ссылке?
Должна быть ссылка «Поделись Faberlic». Я вам не могу ответить на этот вопрос, Ларис, потому что я таких экспериментов не проводила. На сегодняшний день сайт не работает, но вы можете попробовать. И чисто технически, я думаю, что это возможно. Раиса задает: в «Одноклассниках» какие ссылки не проходят, блокируют? Как быть? Никакие ссылки. Ссылки в личных сообщениях они не проходят. Вы можете в «Одноклассниках» разместить на стене баннер с постом, то, что я показывала. Это доступно на «Одноклассниках», но на стене. Вот. А в сообщениях нет. Вот тут вот, Раис, это «Одноклассники», у них такие правила, и здесь ничего не сделаешь. Через WhatsApp, через Viber делать рассылку. Вот. Либо же писать людям без ссылки, рассылать информацию по этой акции, говорить: если вам это интересно, давайте обменяемся номерами телефонов. Вот это как единственный вариант. Алия задает вопрос: если зарегистрирован как к ВИПу не считается? Нет. Должна быть вот этот должен быть промокод. Распределение по ВИПу заявок 300 рублей не начисляется. Полина задает вопрос: мне приложение сегодня весь день выдают. Произошла ошибка? Ну, Полин, да, здесь к вопросу я уже его озвучивала, что на сегодняшний день система запускается, и технические сбои, они возможны. Не по ссылке. Добрый день, Лейла пишет, поделись. Никак, вот уже вы его зарегистрировали, поэтому, Лейла, здесь вам 300 рублей, денежный приз за него не будет. Ольга задает вопрос: если новичок зарегистрировался сегодня, но не использовался, нет, не будет. Если выполнил первый шаг, он получает свой приз, он получает свои 20%, вы не получаете за него 300 рублей денежный приз. Но же получаете за него объемную скидку, поэтому, Ольга, нет, абсолютно замечательно. Поздравляю, что сегодня у вас зарегистрировался человек. Это же хорошее, классное событие. Юлия задает вопрос: если проводить регистрацию из личного кабинета самому наставнику, будет считаться новичок на акцию или только по реферальной ссылке? Не по реферальной ссылке, дорогие, уважаемые коллеги, на вот эти три периода забудьте понятие реферальная ссылка. Вы используете ссылку из раздела «Поделись Faberlic». Я надеюсь, что вот это... Я не вижу чата вообще, потому что я читаю ваши вопросы из Excel-файла, потому что во вкладке «Вопросы» она постоянно убегает, чтобы это было более продуктивно, более быстро по времени. А какая ссылка, когда... Да, Алена, ну, есть такой момент, да, с этим моментом наш определенный отдел работает. Сейчас новичок не получает 300 рублей, Ольга уже озвучила. Угу. Антонина пишет: будут ли доступны все остальные способы регистрации в период действия акции? Ну, конечно, реферальная ссылка, человек зашел на сайт, его распределили VIP-консультанту, да, это в обычном режиме работает. Вопрос от Елены: будут ли поощряться десятки лидеров, наставников региона? Елен, вот таких моментов нет. Нет, не будут поощряться. Будут поощряться все начислением денежного подарка. Так, Альбина задает вопрос. Добрый вечер. Если человек зарегистрирован по холодным контактам? Он может быть зарегистрирован по холодным, но он должен пройти по вашей ссылке «Поделись Faberlic». И тогда он будет учитываться. Полина, как нажимаешь? Жаль, что баннер не дублируется, только ссылка. Полин, это на сегодняшний день только ссылка. У меня точно так же ВКонтакте получилась такая же ситуация. Завтра должен появиться баннер. Попробуйте завтра обновить пост о акции «Поделись Faberlic». Зарина спрашивает: здравствуйте, каждый раз ссылку новую генерить или она будет одна? Она единая ссылка Зарин, и ваш промокод, он тоже единый. То есть он не будет генериться заново. Нет. Сразу отвечу на вопрос, знаете какой? По прошествии акции, если вы так раскачали эту ссылку, что же будет происходить? Если во втором периоде люди будут проходить по этой ссылке вашей «Поделись Faberlic», они автоматически будут подтягиваться тоже к вам на реферальную ссылку и проходить регистрацию в вашу структуру. Так, нужна запись же, Ирина, учтем пожелания, я посмотрю, как мы можем это все сделать и, как скажем, материализовать ваш запрос.
Буцугаим Злата. Так, Злата задает вопрос. Скажите, пожалуйста, я сделала заказ на 58 баллов, у меня должна быть теперь скидка на 3%, она не повысилась. Нет, в маркетинг-плане вы теперь имеете право с этой суммы, с 50 баллов, вы имеете право участвовать в маркетинг-плане, претендовать на начисление скидки. Но групповой объем, ваши 50 и еще 50 те люди, которые под вами сделали заказ, которых вы пригласили. Вот. И на товар у вас, кроме одежды и флоранж, у вас 26% на всю продукцию в рамках 18-го периода, извиняюсь, 18-го действующего. И, Злату, вот здесь вот по маркетинг-плану я рекомендую все-таки, чтобы это было подробно, чтобы это было понятно, обратиться к наставнику, чтобы она вам все или он все объяснили. Понимание маркетинг-плана – это очень важно. Невозможно идти строить карьеру, не зная, куда мы идем. Это вот такой небольшой совет, рекомендация. Мария Акимова задает вопрос. Обязательно ли нужно сделать заказ человеку? Этот был ответ. Михаил, нужна запись. Татьяна, кстати, вы можете уже обмениваться. Я предлагаю той девушке, я помню, что это была девушка, которая написала в чате, которая делает запись вебинара. Вот я вам точно могу сказать, очень тяжелый и кропотливый труд выбирать ваши электронные адреса, коллеги. Я предлагаю этому человеку разместить во вкладке «Вопросы» свой email и написать «Пишите на email для отправки записи данного вебинара», чтобы вы сами ей писали и облегчили ей, ну, вот эту работу. А вот такая рекомендация, думаю, что она очень даже уместна. Татьяна, можно ли ее разместить в Инстаграм и на своих сайтах? Таня, я думаю, что можно попробовать. Инстаграма у нас нет, чтобы в него сразу эта ссылка подтягивалась. Попробуйте. Так, Ирина задает вопрос. Коллеги, кто делал запись? Вы можете... Алена, технические моменты не решаются годами, Ален. Ну, мы на это с вами повлиять на сегодняшний день не можем, поэтому я считаю, что технические моменты достаточно быстро решаются, и завтра у нас все будет работать. Так, вижу, здесь пошли электронки для записи. ВК и ОК. А ссылку можно размещать ВКонтакте? Да, можно. Там Мария, это от Марии вопрос. Можно ли ссылку размещать ВКонтакте на Одноклассниках? Когда вы заходите через компьютер в личный кабинет, у вас как раз там загораются значки ВК, ОК. То есть вы можете, кликая, вам сразу вас перенаправляет на этот сервер баннер, и все-все-все красиво на вашей стене размещается. Так, как быть, если одноклассник блокирует ссылки? Ну, вот я уже говорила, что здесь быть, ну никак. Что здесь уже ничего не сделаешь. Это такая ситуация, это такой сайт у них, скажем так, такая политика. К сожалению, коллеги, на это мы повлиять тоже не можем. Так, дальше продолжаю отвечать на ваши вопросы. Так. Баннер, Светлана задает. Баннер, он будет доступен, когда вы проходите во вкладку «Поделись Фаберлик» на своей страничке, в личном кабинете, в разделе «Моя структура». Там автоматом будет актуальный баннер с текущим подарком появляться. Так, тетрадь, уважаемые коллеги, сейчас скину ссылку на тетрадь. Давайте я сейчас это сделаю, выйду из нашего файле, где я сейчас зачитываю ваши вопросы, потому что действительно есть те, кому, может быть, уже скоро нужно будет отключаться и для кого очень актуально получить рабочую тетрадь. Рабочую тетрадь я сейчас сбрасываю ссылку в нашу вкладку «Вопросы» и также во вкладку, где у нас чат. Вот эта ссылка, пройдя по которой, у меня сейчас огромная просьба, вы минуточку дайте тишины в чате, не пишите сообщения, не отправляйте их. Вы можете их набирать, но не отправляйте, чтобы вы смогли сейчас эту ссылку скопировать все, пройти и скачать рабочую тетрадь. Она будет доступна, эта рабочая тетрадь, и сегодня, и завтра. Если вы с телефона и нет возможности скачать, просто... Супер, Илья, спасибо за помощь, то, что вы дублируете ссылку. Я вас очень благодарю за эту поддержку. Так, я ухожу опять во вкладку «Вопросы», и мы продолжаем. Косметичек хватит или количество ограничено? Валерия задает.
косметичек хватит. Компания заготовила, и если мы идем в 19-й период с возможностью выбора вот этого вот первого шага в стартовый, то все будет окей. Позитивно мыслим, Валерия. Все будет хорошо. Так, как попасть в чат, где нужна запись? Так, в приложении вкладки «Поделись Фаберлик», в приложении нет. Может, нужно обновить? Да, Анастасия, абсолютно правильно. Для того, чтобы вкладка появилась, вот она у меня появилась, подтянулась автоматически. Если вы не обновляете приложение в телефоне, то вам нужно будет его обновить. Выйти и зайти в него, можно его удалить и заново перезагрузить. Вот это вот самый такой вот вариант, который 100% сработает. Удалите приложение, загрузите его, и вам регистрацию не нужно будет проходить, вам просто логин и пароль ввести нужно будет. А может ли новичок получать денежные подарки по акции, если он после регистрации еще не сделал? Нет, нельзя, Антонин, нельзя. Заказ сделал, все, может уже регистрировать под себя людей. Светлана перезагрузила приложение. Уважаемые коллеги, давайте договоримся, что сегодня еще у нас не все настройки работают. Давайте до завтрашнего дня подождем. Наша поддержка этого приложения, отдел, который разрабатывал, сейчас его вот, ну, до конца устанавливает, делает на 100% рабочим. Они до завтрашнего дня должны все это уладить. Так. Угу. Так, так, так. Акция технически замороченная только для продвинутых пользователей интернет. Зачем так? Ларис, я объяснила в рамках вебинара, зачем так, потому что система не может распознать, откуда человек пришел. Если вы со своей стороны предложите какие-то технические моменты, вот пройдет эта акция один период, два, и вы скажете, что, вы знаете, можно было бы сделать вот так, это было бы легче. Но вы понимаете, что нас идентифицировать надо, что человек придет к Ольге Калозиной, а не к Светлане Николаевой. Вот я взяла из чата фамилии ваши просто для примера. То есть как это должна система понять? Понимаете, что не усложняется ничего. Вот в чем дело-то. Так. Уточните, пожалуйста, то есть даже при регистрации с компьютера нужно установить приложение, Полина задает. Нет, Полин, два варианта. Либо приложение, либо с компьютера у вас тоже там будет доступна ссылка, и промокод подтянут уже будет автоматически. Нет, Светлана задает вопрос, я просто читаю, говорю нет, сразу отвечаю. Светлана задает вопрос, промокод всегда разный или один раз дается? Промокод на каждого наставника будет один на все три периода. То есть этот промокод, вот все, кто под вас регистрируется, он у вас единый для всех. Но он будет отличаться от промокода другого наставника, потому что именно по этому промокоду система распознает, кому направить этого новичка. Вот. Да, у всех наставников разные промокоды. Но у, допустим, наставника Ивановой Марии этот промокод будет единый на все три периода. Акция работает не только с телефона, отвечая на вопрос Галины. А как он поймет, что нужно скачать приложение и зарегистрироваться? Вопрос от Олеси. Вот вопрос, на этот вопрос я тоже ответила. Повторю, что ну, 300 рублей, они не просто так даются, что человек пришел, зарегистрировался, наставник ему сделал звонок, может быть, даже не сделал звонок. Вот здесь в чем фишка вся? Уважаемые коллеги, вот сейчас очень хочу, чтобы вы услышали меня. В том, что мы должны коммуницировать, общаться со своими новичками. И точно так же наши покупатели привилегированные, которые будут набирать, ну, нам что-то хотя бы нужно сделать, чтобы эти 300 рублей получить, понимаете? И мы учимся общаться регулярно. Мы с человеком первые звонки, первое общение, оно очень важное. Это приверженность компании, понимание всевозможных акций. То есть вот мы для этого нужны. Так, Шолпан задает вопрос, можно ли регистрировать в 18-м, сделать заказ, платить в 19-м и получить подарок новичку 19-го? Да,
и вам 300 рублей. Все абсолютно правильно. Можно зарегистрироваться, можно даже разместить в 18-м, если есть потребность, а оплатить в 19-м, если на стыке каталогов, и получить уже подарок. У него даже будет, знаете, я бы рекомендовала ориентировать новичков на 1500 и сказать: вот смотри, делаешь там 1500, и ты еще можешь подумать, какой ты хочешь выбрать подарок. То ли косметичку с помадой, то ли два средства для дома из категории косметика для дома. То есть вот этот вот, потому что она, может быть, здесь делала, да, 1300, и потом увидела косметичку с помадой и думает: вот я хотела бы косметичку с помадой. Конечно, она сможет в рамках 19 добрать эту сумму, отправить заказ. Но вы как наставники, как люди бизнеса, вы сразу все вот эти острые углы обходите и сразу все варианты проговариваете своим новичкам. Алла, было бы проще. Угу, все, по этому вопросу, по промокоду, это уже все проговорила. Если с одного компьютера регистрироваться будут несколько человек по одной ссылке. Ссылка единая, это могут зарегистрироваться несколько человек. Но они же вводят свои данные. Данные будут различные. Номер телефона, фамилия, отчество. Ссылка единая и единый промокод. Поэтому здесь нет никаких, скажем, перекосов. Это возможно. Не ведет промокод. Если человек при регистрации через мобильное приложение не ведет промокод, он сможет зарегистрироваться без него? Сможет, Антонина. Но он будет распределен VIP-консультантом. А как новичок еще до регистрации войдет в приложение? Не войдет, Татьяна. Татьяна Бортник задает вопрос. Татьяна, он сначала скачивает приложение, а потом проходит регистрацию. Скачать сначала, вот процедура какая. Первый шаг. Зашла в Play Market, нашла приложение, скачала его, установилось оно. Чтобы его запустить, нужно пройти регистрацию. Вот. Когда он проходит регистрацию, у него есть возможность там промокод, ввести промокод. Вот этот процесс, вот такой он. Так. Анастасия задает вопрос. Еще раз уточните, если новичок проходит по ссылке в социальных сетях и уходит на регистрацию на сам сайт, то ему не нужен промокод, промокод только для приложения. Промокод нужен везде, но если мы говорим через компьютер, там уже промокод подтянут. Видите, в чем ситуация? Когда мы регистрируем человека, когда человек регистрируется через компьютер, он проходит по вашей уникальной ссылке. Ему ничего не надо устанавливать. И он сразу, этот промокод раз, и во время регистрации он срабатывает. Он подтягивается за счет вашей уникальной ссылки «Поделись, Фаберлик». Когда мы проходим регистрацию, новичок проходит регистрацию через мобильное приложение, что здесь получается? Он скачал приложение, и система, ей невозможно распознать, что это за человек? Он ведь скачал мобильное просто приложение. Мобильное приложение, оно не привязано пока ни к какому наставнику. Только введя вот этот промокод, система мобильного приложения распознает этого новичка. Я надеюсь, что здесь, вот давайте я сейчас открою чат, потому что я вас давно не вижу. Я надеюсь, что здесь понятно, те, кто со мной, те, кто слушает. Вот этот момент понятен? Да, все понятно, да, все отлично, отлично. Я рада, что вы здесь, что вы хотите понять все эти механизмы, что-то еще раз повторно прошить. Где-то я повторяюсь, и я это делаю осознанно, чтобы механика акции. Вы когда зайдете, когда все это попробуете сделать самостоятельно, вам все будет понятно. Она не настолько сложная, ее воспринимать на слух тяжело. Согласна здесь с вами. Но когда система завтра работает на все 100%, вы поймете, что сложностей абсолютно не так много, как кажется на первый взгляд. Так. Так. А Емельянова Ксения, да, вот промокода необходим только при регистрации на сайте, на компьютере, он автоматом подтягивается, только что объясняла.
Ольга Бауэр. Бонус начисляется просто за регистрацию после оформления заказа. Конечно же, обязательные условия. Новичок с первым шагом стартовой программы. Первым шагом считается размещенный, утвержденный и оплаченный заказ. Любовь задает вопрос, нажав на ссылку, поделись в Фаберлик, выводится. Ну, это на сегодняшний день, да, я уже об этом говорила. Так, добрый вечер, предлагается ли какая-то технология для регистрации на пунктах выдачи, кроме установки приложения новичку? Ольга, здесь вот у меня сейчас для вас мобильное приложение, это единственный правильный вариант. Свой код, промокод вы будете знать, если человек пришел с улицы, что называется. Я бы порекомендовала идти через мобильное приложение. Это, ну, супер возможности. Сайт в телефоне. Все мелко, не так хорошо видно. Ну вот для работы, для обычного потребителя, для привилегированного консультанта намного комфортнее и удобнее использовать приложение. А, так, так, так. Светлана, отправьте, пожалуйста. Ага, запись. Айгуль зарегистрировалась с компа, прошла по ссылке в ВК, промокод не ввели, будет ли он зачисляться. Если через ВК, ВК промокод автоматом подтягивается. То есть, если она зашла по вашей ссылке, поделись Фаберлик, да, вы ее уже даже в отчете увидите, что она у вас зарегистрировалась по поделись Фаберлик. Отчет по стартовой, если вы его скачаете, там она уже должна подтянуться с данными со своими. Марина задает вопрос. Возрастные люди не поймут, им сложно будет. И так регистрируются туда, потом пишут письма. Здесь, конечно, это наша работа, чтобы помочь этим людям. Эти, скажем, нюансы, сложности, они всегда бывают. Надежда пишет в Одноклассниках. Пишет участник по фамилии Похваленко, где скачать приложение в Play Market. Play Market, он есть в каждом телефоне, если андроидная система. Если это iPhone, в iPhone через App Store доступно бесплатное скачивание приложения. Светлана задает вопрос. У человека, если кнопочный телефон, это не страшно, через компьютер. На компьютере точно также можно через ссылку пройти регистрацию и получить свой денежный приз. Ольга задает вопрос. Сколько раз можно делиться ссылкой в соцсетях? До бесконечности. Пожалуйста, ссылка единая, делитесь ей. Это на ваше усмотрение. Оксана задает вопрос. А синхронизация остается навсегда или на время акции? Оксана, синхронизация по вот этим Фаберлик ярлычкам вашей телефонной книги навсегда остается. В личном кабинете будет подробная инструкция. Уважаемые консультанты, в личном кабинете в разделе «Новости бизнеса» у вас есть анонс, у вас есть новость об акции «Поделись Фаберлик». И там есть презентация, полностью слайдовая презентация, доступная для скачивания, где каждый шаг, все, что я вам сегодня говорила, все слайды, по этой акции практически все отчеты я туда даже зашила. Вы можете скачать эту презентацию и посмотреть ее еще раз. Плюс, ну, я думаю, что вы поделитесь ссылкой на запись вебинара, и она будет вам доступна. Вы тоже какие-то моменты еще несколько раз прослушаете. Так. Так, так, так. Земфира задает вопрос. На какую сумму новичок зарегистрированный должен сделать заказ, чтобы его зачли? Чтобы он пошел в зачет, чтобы вы получили денежный приз, нужно сделать заказ в рамках 18-го периода на 1499 рублей по ценам каталога. Так, так, так. Вот то, что невозможно все приложения загрузить. Так, не вижу, где брать промокод, где в приложении достать его, где с компа брать ее. Олеся пишет. Олеся, с компа, когда вы заходите, переходите в свой раздел «Моя структура», у вас будет третий пункт, это «Поделись Фаберлик». Вот когда вы регистрируете ссылку, потом проходите по этой ссылке, вам будет доступен ваш промокод. А в мобильном приложении, когда человек проходит по ссылке на мобильное приложение, помните, я говорила, сначала его
направляют на посадочную страницу, на одностраничный сайт именно по акции «Поделись Фаберлик». И там будет указан промокод. Так, пошли дальше. Очень много дублирую за...